религия русских слов и где русский язык, то есть мусульманская русская история и русская судьба. Когда Казанов учредил князь собрание 5 января 18 года, большевики решили открыть новый мир, и наш новый мир построен, они решили отказаться от всех ценностей. Религия, частная собственность, государство, семья и прочее, прочее. Они отказались даже от названия, исторического названия России. Эрос, СССР, это не исторические названия, но СССР. Не упоминается Россия. Знаете, вот, проводя конкурс, слово «занавие», мы обратили внимание, что некоторые признанные там на конкурсе сочинения из-за пределов Российской Федерации написаны лучше, чем те, которые присланы из России. И это, в общем-то, конечно, факт радостный, но и факт тревожный. Безусловно, вот, проблема грамотности, собственно, русских людей, живущих в Российской Федерации, для которых русский не является родным языком, это важнейшая задача и в большей степени как раз для Академии образования, которая недавно возглавила комитет Вербицкого, для комитета по образованию Государственной Думы, который имеет честь возглавлять ваш покорный слуга. Конечно, эти проблемы мы будем стараться решить, в общем, более-менее себе представляет. В стенах этого зала заседания Государственной Думы были представлены депутаты от всей Российской империи. По существу не избирали депутатов Государственной Думы из принципиальных соображений только финны. Они считали, что избрание депутатов от Финляндии будет означать признание факта вхождения Финляндии в Российскую империю, чего они никогда не признавали. И здесь были весьма экзотически одетые представители среднеазиатских ханств и туркестанской области. Здесь были представители Закавказья в своих национальных одеждах. Здесь были представители польских организаций, украинских, Бессарабии. Всего того, что потом стало частью уже Советского Союза и остается так или иначе частью русского мира. А в эти дни Таврический дворец используется как штаб-квартира Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств. Здесь, в комнатах, которые ранее были комнатами заседаний комитетов Российской Государственной Думы, Дервинсонной, сейчас представительства Межпарламентской Ассамблеи от различных бывших союзных республик, ныне новых независимых. И, к сожалению, в отличие от святых равноборств и Мефодия, многие люди вкладывают в отношения с языком политический смысл. Эти последние 20 лет посвящены установлению национального государства на постсоветском пространстве. Это так. И для многих национальных государств, я сейчас не говорю о России, я говорю о других странах, новых странах, которые образовались на постсоветском пространстве, которые как бы заново обретали государственность в Восточной и Центральной Европе. И одним из принципиальных политических вопросов был вопрос о языке. Поэтому последние 20 лет для русского языка по отношению ко всей предшествующей истории это время колоссальных испытаний. Это время колоссальных испытаний и превращение проблемы языка в некую политическую проблему. Об этом мы тоже не должны забывать. Ареал русского языка, я не могу сказать, что он сузился, но по моим подсчетам, я думаю, он уменьшился на десятки миллионов на 50 человек, сожалению. При том, что происходит ровно противоположные процессы сейчас. С одной стороны, мы знаем страны, где на государственном уровне язык вытесняется. С другой стороны, количество детских садов, которые появляются, где изучают русский язык, увеличивается. И это такая судьба языка, которую нужно выставить в политических количественных конфликтах. Славянской письменности положило начало появлению богатых
христианской культуры. Очень важно, что сама письменность, ее введение сопровождалась и христианской проповедью. Нужно, наверное, отметить, что тогда эта христианская проповедь, она была еще обусловлена этим заказом государства. Она была востребована в этих странах, в Болгарии, Чехии, Польше, Руси, Скандинавии. И поэтому деятельность всей этой православной практики проходила достаточно благоприятные условия. Вот эти благоприятные условия мы сейчас можем наблюдать во многих странах, когда русская культура, русская речь действительно являются востребованными, и нужно действительно пользоваться этими благоприятными условиями. Мне бы хотелось отметить следующий момент. Миссия Роман-Апостол Кирилла Мефодия, несмотря на, конечно же, государства, которые нуждались в христианизации, проходила достаточно неполитительно. Братья Кирилл Мефодий смогли удивительным образом пройти между теми непониманием и конфликтом, которые существовали между папой Николаем Андреаповичем Фотием. Они нашли возможность сохранить хорошие отношения как Византии к себе, так и благоприятные впечатления о Риме. И они таким образом стали воплощением общения христиан и